Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Привет, босс. Товар у меня. Обижаешь. Давай встретимся у мотеля Sunset. Я знаю, что ты не шутишь. Конечно, я приеду. Все, встречу я назначила. Добьем сделку и займемся Хельманом. Идет? С 6-й улицей точно не будет проблем? Я не первый раз для них вожу. Всегда все было культурно. Они должны понимать, как вести дела. А что это за мотель Sunset? Проверенное место. Недалеко отсюда. Звучит неплохо. Они здесь. Говорить буду я. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет. Привет, босс. Панам! Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Бонус? Смотрю, чтобы никто не рыпался. О, этот-то бычит побольше, чем Нэш, а? Ну, как видите. А он прикольный. Держите. Товар первоклассный. Ага. Ну, порядок? Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Все нормально. Ну что, пойдем выпьем? Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Стилетов выкосили, 6-й улице угодили. Хороший день для Панам Палмер. День еще не кончился. Может, ты меня сейчас доведешь?
Привет, Ноа. Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стилеты? Нет, пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? 2 Брозофа, пока все. А что ты привезла для 6-х? Что за груз-то? А ты не видел? Баллоперидол. Лекарство для киберпсихов. Они их продают? Ну да, по своим каналам. Подпольным клиникам и риперам. За все, что нас ждет впереди. За все хорошее. Еще одно можно? Спасибо. На здоровье. Дай знать, если что будет нужно. Слушай, а ты хотела бы вернуться к Альдекальдо? Может, не сейчас, но когда-нибудь? Даже не знаю. С одной стороны, вне клана у меня никого нет. Я даже не знаю, как без него жить. А с другой? Кто я без своего клана? Кем бы я стала, если бы жила в Найт-Сити? Ты можешь просто начать сначала, как я. Угу. Пока у меня получается только сжигать мосты. Ты про бестию? Нет, но спасибо, что напомнил. Ви, как думаешь, смогу я начать с ней с чистого листа? Ну, похоже, она ставит на надежных людей. Так что вы договоритесь. А стилеты, получается, уже все? Да не переживай. Они как тараканы. Их не перетравишь. Но пока можно выдохнуть. Им надо прийти в себя, понять, что случилось. Ну ладно. Переключаемся на мои проблемы. Что насчет Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой. Не надо еще подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Возьмемся за работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? Голос разума был моим. Думаю, вы понимаете, как я поступлю, если вы, горожане Найт-Сити... А может, снимем одну комнату? Пожалуй. У Ноа в каждом номере по 2 кровати. Как раз сэкономим. Я не это имею в виду. Да? А что ты имеешь в виду? Ну, я рад, что мы познакомились, поэтому... Я тоже рада, Ви. Это мог быть очень тяжелый день. Но благодаря тебе все прошло хорошо. Ну, может, мы... Ну, как-то отметим это дело? Конечно, почему нет? Можем и отметить. Но не сегодня, я просто падаю с ног. 70% настоящего мяса с кровью. Бойня. Пробуди. Но мы возьмем одну комнату на двоих. Только на эту ночь. Пойду посплю немного. Оптику сломал! Наконец-то начинаю немного отходить. Наверное, упаду в кровать и сразу усну. Тебе тоже лучше отдохнуть. Это только начало. Само собой. Доброй ночи. Угу.
Меня сейчас вырвет. Твою ж мать! За свою жизнь я четко усвоил одно простое правило. Никогда не лезь в чужой холодильник. В лучшем случае наткнешься на прокисшее молоко, а в худшем... И вот так нихера себе. Не как сам Рейдж Бартмас. Погоди, тот самый Бартмас, который запустил Рэббитс и грохнул первую сеть? Нет, блять, его покойный дядюшка. Ну, конечно, он, кто еще? Я-то его ни с кем не спутаю. В 20-м году по всему городу висели плакаты с его рожей. Все на него охотились. Но еще бы, враг государства номер один. Вот ведь бедняга. Лежал тут, как дохлая крыса в морозилке. А потом что-то перемкнуло, и он оттаял, как свиной окорок. Ага.
Судя по аромату, лет 20 назад. Так, короче, все. Больше не могу, я пошел. Да погоди ты. Мало ли что тут еще может быть. Древности времен первой сети, еще поди на паровой тяге. Жалко уходить просто так. Даже если что и есть, уже не рабочие. Ты так считаешь? А я бы не торопился с выводами. Лучше проверь. Ладно, я подумаю. Вот именно. Все равно спешить некуда. Посмотри, вдруг найдешь чего. Во! Это Элайла от SGI Tech. Лучшая кибердека в своем классе. Вот, а я тебе говорил. Иногда стоит и в дерьме порыться. Слушай, я тут подумал. Помнишь Никса из Посмертия? Он вроде в старой технике разбирается. Я бы к нему обратился. Кто знает, что можно вытащить из этой штуки. Thank you.
Ядерный день.
Сегодня лейтенант Сара Краковский, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. У меня есть клиент. На самом деле это сын Нэнси. Он просит вернуть вещь, которую у него украли. Да, той самой Нэнси, которая играла на клавишах самурая. Кстати, если у тебя получится еще вернуть тачку этого засранца, будет совсем хорошо. Возьмешься? Если да, посмотри мое письмо.
Знаешь, я в целом считаю, что грубая сила — это не лучший способ добиться цели. Но иногда другого выхода просто не остается. Есть одна заноза, которую надо вытащить. В Найт-Сити хватает проблемы без садистов, которые работают на корпорации. Окажи нам всем услугу и выполни этот заказ. Подробности прилагаются. Честно говоря, никогда не могла понять, что в голове у корпоратов. Вроде все у них есть — власть, влияние, деньги. И все равно они ведут себя как полный идиот. И вот, например, мой клиент, какая-то большая шишка в Кантау, приехал и решил развлечься с Арою, а потом Арою немного развлеклось с ним. Он остался жив, но потерял важную вещь. Чтобы эти люди не считали важным, теперь мы должны ему помочь, прежде чем его начальство обо всем узнает. Прочитай письмо и приступай.
в большой беде. Заболел, оказался в инвалидной коляске, а теперь хочет получить от начальника свою компенсацию. Поэтому он и обратился ко мне. Что скажешь? Мы же его не бросим. Я там кинул письмо, прочитай. Тебя прислал Эль-Капитан? Да. Я Ви. Минутку, пожалуйста. Сейчас. Я мигом. Вот это у тебя машинерия. Чего? Микро-76. Ладно, мне пора. Микро-76 от Кендачи с дополнительным охлаждением. А, да. И еще второй процессор и доработанная системная шина. Вижу, камеры в мотеле ты взломал. Небось, не только их, а всю систему? Да. Угу. Ладно, за тобой вроде нет хвоста. А, извини, не представился. Я Педро. Если что, не поздно соскочить. Ты ж дрожишь, как раздолбанная выхлопная труба. Может, не стоит за это дело браться? Нет, у меня уже все спланировано. Элькап сказал, ты планируешь дело и нужна помощь. Угу. Я хочу позаимствовать у компании грузовик. Хочешь кинуть своего работодателя? Ну, да. Можно потише, а? Если нужна моя помощь, докажи, что тебе можно доверять. Как? Скажи, я сделаю. Всегда сохраняй холодный рассудок, даже если уже загривок дымится. Понял меня? Угу. По сути, ты объявляешь войну мегакорпорации. Готов к последствиям? Хм. Они этого так не оставят. Я знаю. Так, я все понял. Какой план? А, это план. В общем, я так пока придумал. Наша цель — автоматический грузовик Зетатеха, который везет движки для Ави. Его маршрут ежедневно меняют случайным образом. И как мы его вычислим? Я разобрал код рандомизатора. Знаю, как он работает. То есть ты можешь предсказать маршрут? Дальше что? Я остановлю грузовик и ломану его систему. А я тебе зачем? Ты будешь ждать в засаде. Запрыгнешь в грузовик и угонишь. Я все подскажу. Что на нем? Китайский ледокол. Должен пробить брешь в защите Зетатеха. Без этой штуки мы наш, их, грузовик не взломаем. А нахрена тебе вообще эти движки? Они небольшие, их легко толкнуть, а стоят сотни тысяч. Для этих шишек жалкие гроши, а для меня... Для меня шанс изменить жизнь. Где мне ждать грузовик? Точка рядом с кафе «Кенмор», у входа. В ближайшие несколько дней грузовик будет проезжать там около 5 вечера. Когда будешь там, я позвоню. Педро, я скажу, что думаю. Ты явно человек мирный. Зачем тебе это? Давай не будем. Выкладывай. Не люблю секреты. У меня склероз. В смысле, болезнь? Или память отшибла? В смысле, склероз амиотрофический. Полгода назад мог ходить, но скоро стану овощем. Пальцем пошевелить не смогу.
язык откажет. Даже не посру без посторонней помощи. Короче, терять мне нечего. Так чего бы не рискнуть? Напоследок. Ладно, я в деле. Скоро с тобой свяжусь. Спасибо. Запомни. Перекресток перед кафе Кенмор. 17:00. Не опаздывай. Я знаю. Окей. Следи за перекрестком. Ой, нет, нет, нет. Бегом к грузовику. Давай. Я внутри. Вставь чип. Там справа от руля. Готово. Твою мать! Педро, что такое? Сейчас. Порядок. Все, можно ехать. Я поведу. А мне что, типа сидеть в окно пялиться? В оба смотри, ублюдки явятся в любой момент. Тихо, Педро. Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователя. Можешь не благодарить. Отлично! Просто зашибись! Там меня раннер атакует! Справишься? Садись за руль! Принято! Ну что, порядок? Да. Да, обошлось. Давай, иди. Не останавливайся. А ты
Ладно. Сработало! Охренеть! Удачи тебе. Спасибо огромное. Пока мы тут болтаем, Зетатех нас вычислит. Снова. Твоя правда. Отбой. Да, пока. Очень хорошо, Ви. Не знаю, как Педро, но я от твоей работы в восторге. Мораль проста. Расставляй приоритеты правильно, и всегда будешь в выигрыше. Закрываю заказ. Потерялся, малыш? Слушай, ты не смейся только. Я в городе видел кое-что странное. Ну, типа, рисунки на стенах. Но только не настоящие. Ага.
Ну, бывает, кироши глючат. Давай гляну. Не-не, это не глюк. Рисунки слишком сложные. Они типа как символы. Ну, значит, проблема в биочипе. Мозг не справляется с объемом данных, вот и глючит. Либо данные ебашат прямо в кору. С этим можно что-нибудь сделать? Не, ну разве что как-то избавиться от биочипа. Я видел на улице странную картинку, вроде по твоей части. Как она выглядела? Я сделал кадр, вот смотри. Таро, старший аркан. Высшие силы явили тебе знак. Какой аркан? Это что вообще? Карта Таро, архетип, знание, представленное в форме символа, обозначение этапа твоей жизни. Выбирай. То есть ты думаешь, что это высшие силы говорят со мной через карты Таро? С тобой или с Сильверхендом? Может, с обоими, раз у вас сложился такой гармоничный дуэт? Да, высшим силам неплохо бы выражать свои мысли яснее. Мир подобен лабиринту иллюзий. Свет с трудом пробивается в темницу нашего земного существования. Ну, блядь, зашибись. И что мне делать с этим непонятным знаком от непостижимой мне высшей силы? Попробуй поискать другие знаки. Карты Таро описывают путь. Следуй ему. Ну, найду я их. А дальше-то что с ними делать? Ищи другие изображения. Должна быть какая-то связь с теми местами, где ты их находишь. Подумай о том, что видишь. Они наверняка посланы тебе в помощь в твоих поисках правды. Честно говоря, правда в моем списке приоритетов первая с конца. Тебя ждут сложные испытания. Однажды придется выбрать, какой дорогой идти дальше. Тогда ты поймешь. Ну, не знаю. Возвращайся, если еще что-нибудь найдешь. А я помогу расшифровать.
ты чего? Тут их пора? Тела никогда не стареют. Нет, глаза у них мертвые и холодные. Да. Корпорация жизни. Как жизнь? Ви, иди сюда, поболтай. Она опять достала не всю инфу. Работа нужна? Ну, знаем мы, сколько у них оружия. Да хуя! А толку-то, это если какая? Непонятно, сколько их сидит Вин в этом бункере? Перевозка груза. Ну, ладно. Доставить кое-что из точки А в точку Б. Тихо и быстро. Хорошо. Сделаешь? Аккуратно, а то он еще ответит. К этому налету надо подготовиться. Такие вещи проводят короче, через смотрите. Фиксер. Сначала мы застрём дрона, посмотри. А мало ли какая пустая трата денег. Но с таким подходом ты далеко не уедешь. Консультант, блядь, мне тоже не нужен. Я ищу перевозчика. Ты где реликон? Рассказывай. Все просто. Идешь на набережную Кабуки. Забираешь груз. Звонишь мне, а я тебе расскажу, как его доставить. Все четко. Да, только с оплатой непонятно. Не переживай, гонорар будет. Заграничный, растаможенный и без пошлин. И без подробностей, да? Именно. Да не боись, к деньгам не обижу. А дельце-то ерундовое. Берешься? Ну ладно, берусь. Вот и хорошо. Я знал, что мы договоримся. Двигай на набережную Кабуки. Там нужно найти холодильник с надписью «Будущего нет». Как найдешь, забирай, что в нем лежит. И звони мне. Я скажу, что дальше делать. Ну, до связи, видимо. Каково это – работать на бестию? Нормально. И все? Нормально? Хочешь узнать про бестию? Спроси бестию. Она с удовольствием тебя просветит. Слушай, между нами, нетранерами, может, дашь мне пару советов? Почему нет? Если бестию ты устраиваешь, то меня и подавно. Могу научить тебя паре хитростей еще времен Бартмоса. Рэйча Бартмоса? Того самого? Надеюсь, ты надо мной не стебешься. Перед тем, как исчезнуть, он рассовал по самым темным уголкам сети целую кучу всяких разных ледоколов. Да, говорят, он был параноик. Как думаешь, что с ним стало? Да кто знает. Но я тут раскопал кое-какие его древности. Давай покажу.
Слушай, Никс, я тут нашел Деку Бартмаса. Что еще расскажешь? Небось и пленки Тьюринга заодно? Я серьезно, сам посмотри. Ох ты! Ни хрена ж! Ви, это как? Ты где это намыл? Да так, в холодильнике за городом, под гниющим трупом прежнего владельца. Да, Бартмас в своем репертуаре. Дозор его искал и в Шанхае, и в Лахоре, и в Сантьяго. А этот засранец сидел в сети и мог бы еще долго продолжать свои дела, если б питание не вырубилось. Из нее реально что-то вытащить? Само железо разваливается, плюс там конденсат. А память, небось, зашифрована так, что... Давай без подробностей, возьмешься или нет? Могу попробовать. Весьма вероятно, что ничего из этого не выйдет. И тогда инфа будет потеряна. Навсегда. Как думаешь, на диске могут быть какие-то древние векторы? Ну, типа дата крэша или Rabbids? Потому что тогда... Мы выпустим из бутылки очень опасного джина. Я прекрасно осознаю возможные риски, но между нами подыхаю от любопытства. А ты нет? Ну, кто не рискует, короче, делай. Ладно, клади Деку на стол. Только осторожнее. На, держи. На, держи? Вот так? Без всяких церемоний? О, Ви, простая ты душа. Найди ты святой Грааль, насыпал бы в него орешки. Ладно, приступим. Данные повреждены, но не все. Пароль. Попробую брутфорсом. Не, не вышло. Раньше вообще было принято инжектить вредоносный код. Ха! Порядок! Остался последний барьер, но вообще-то как-то все слишком просто. Уж кто-кто, а Бартмас мог бы и заморочиться. А, бля, жопа, пиздец! Давай, Ви, думай быстро. Пара минут, и его мозг поджарится до хрустящей корочки. Так, что тут у нас? Ты же сам видел, эта штука поджаривает мозги. Точно хочешь подрубаться? Заткнись. Выключить и включить. Чтоб тебя... Ну, живой? Вроде как. Только в череп горящих углей насыпали. Так... А что случилось-то? У тебя начались судороги, свет погас и все заискрило. Пришлось вырубить питание, вроде сработало. Черт, Дека! Блин, все данные стерлись, ничего не осталось. А что, надо было дать тебе сдохнуть? Нет, конечно нет, но... Мне ж теперь всю оставшуюся жизнь гадать, что там было на этой деке. Слушай, вообще мои услуги обычно стоят немалых денег, но в этот раз я у тебя в долгу. На вот, возьми. На этой щепке пачка демонов. Их, конечно, не Бартмас написал, но ты все равно возьми, вдруг пригодятся. Спасибо, Никс. Ты как, ничего, оклемаешься? Может, помощь нужна? Не-не, все в порядке. Выпью пачку болеутоляющих, полирну вискарем и буду как новенький. Thank you.